Нижегородский хоккейный клуб «Старт» в последней игре календарного года в ничью разошелся с «Зорким». В Красногорске у хозяев льда из-за травм не смогли выйти на лед экс-игроки «Старта» Леонид Бедрев и Александр Потяшин. Но и без них принимающая сторона быстро сумела организовать пару опасных моментов. Но на последнем рубеже был надежен Юрий Иванчиков. А вот его оппонент по другую сторону поля не смог отразить удар Дениса Коткова, который открыл счет в матче на 10-й минуте голом в ворота клуба, в котором сам отыграл немало лет. Зоркий восстановил паритет с пенальти на 32-й минуте. А еще до перерыва и вовсе вышел вперед после розыгрыша очередного углового. На 58-й минуте Максим Анциферов после отличного прохода не смог переиграть голкипера хозяев в, казалось бы, 100% моменте. Зато буквально через мгновение свой шанс не упустил Волгужев и Красногорск повел 3-1. При этом «Старт» по ходу встречи был более активен и постоянно владел мячом, но поначалу Малиновый запрыгивал только в сетку нижегородцев. Нужное направление снаряду на 73-й минуте показал Максим Пахомов, и отставание «Старта» сократилось до минимума. С поражением уходить в Новый год не захотел Максим Анциферов. Он результативно замкнул передачу от Андрея Климкина и в итоге сравнял счет 3-3. Таким образом, нижегородский клуб провожает 2017 год на 9-м месте турнирной таблицы. При этом отставание от 8-й строчки, где расположился Сибсельмаш, всего одно очко. Так что битва за плей-офф еще впереди. Григорий Жигин, объективно, Спорт, ННТВ.